Международный общественный фонд «Руханият» основан в мае нынешнего года общественными активистами. Всего за несколько месяцев фонд собрал 7 миллионов тенге, которые были потрачены на нужды детей с тяжелыми заболеваниями. На очередную благотворительную акцию, организованную членами фонда, были приглашены дети и взрослые. Мы накрыли праздничный стол и пригласили матерей, которые в одиночку воспитывают детей и малообеспеченные семьи. Чтобы подарить им хоть немного радости, мы своими усилиями приготовили для них подарки. Ведь делать добро и помогать окружающим – это наша обязанность. Очереди на помощь от благотворительного фонда ожидают 50 детей, которые постепенно проходят медицинские обследования за счет общественников. В большинстве случаев родители больных детей не могут позволить себе дорогостоящее лечение. Они говорят, что признательны неравнодушным, предоставляющим им такую возможность. Мы безмерно благодарны представителям данного фонда, которые вместе с нами в беде и в радости. Спасибо, что взяли во внимание праздник и поздравили наших детей. Также представители общественной организации пообещали помочь нам в лечении малышей. Это не может не радовать. Уже в скором будущем представители общественного фонда планируют расширить географию благотворительных акций и собираются помогать детям в Караганде, Таразе и Кызылорде.